Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Опыт у садоводов приобретается с годами. Как говорится, век живи, век учись. И сегодня я кратко расскажу об отличном способе посадки клубники. Этот способ я совсем недавно увидела у одной своей знакомой. К сожалению, фотоаппарата с собой не было, поэтому попытаюсь объяснить на словах. На самом деле способ простой и гениальный одновременно. В общем, знакомая навтыкала усы клубники по уже засеянной и отросшей примерно на 10 см. Сидератом Вики и сказала, что давно так делает, и розетки клубники отлично приживаются. Причем ни одна не пропала, а Вика защищает молоденькую клубнику от солнца и ветра, а в холод еще и служит одеялком. А весной после снега ляжет по земле, сохраняя рыхлость, и будет перегнивать и снабжать азотом клубнику. Надеюсь, объяснила понятно. Теперь я тоже возьму на заметку этот способ и в следующем году обязательно попробую. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!